бензопила, ставр, уже правда не видать как называется. После зимнего хранения шланга вот в такое состояние пришла. И вот чтобы ее поменять, она идет вон туда, вон вовнутрь, надо снять вот эту ручку полностью. Вот эти вот откручиваем сейчас. Я Вадим. Ставьте палец вверх, если вам нравится, и подписывайтесь. Поехали. Так, сейчас мы сперва снимем шину, чтобы не мешалось пока. Так, и сейчас надо будет снять вот эту вот от курка, отсоединить, чтобы нам не снимать карбюратор, отсоединить тягу. Для этого вот здесь вот с задней стороны, вон он есть саморезик. Так, вот курок сам. Выдавливаем штырь с курка. И вот снимаем сам курок с пружинкой. Все, теперь откручиваем вот здесь вот заглушки маленькой отверточкой, вытаскиваем пробочку, вот эту вот. И там под шестигранник болтики. Вот сейчас все их открутим. Вот еще один спрятан вот здесь вот. Так, вот отсоединили провода, один прикручен на корпус и один идет на катушку, чтобы кнопку нам не снимать тоже. И вот он шланг, вот он порепался весь, шланг здесь идет один. Сейчас будем вытаскивать его. Все, и шланг сейчас вовнутрь пропихиваем, потому что он сюда внаружи не вылезет, там фильтр стоит. Ну и вот он у нас. Вот такой шланг. Так, взяли вот такой
шлангу сразу с фильтром. Фильтр другой стоит, не такой, как стоял. Все, вот она, длина одинаковая. А, это даже чуть подлиннее. Все, сейчас, чтобы туда ее затолкать, снимаем фильтр. Все, вот так вот затолкали. И сейчас вытаскиваем шлангочку. Ага. И вставляем фильтр. Все, поправили его, чтобы он там он был, вон там, в той глубине. Все, и собираем в обратном порядке. Продуваем все воздухом от опилок и собираем. Так, ну вот все собрали. Шлангочку там все подцепили. Все, я уже пробовал, заводил, все работает, нигде ничего не бежит. Понравилось видео, ставь палец вверх и подписывайся. Все.